Один из крупных индустриально-инновационных проектов – завод «Гижуба-Шиеле-Цемент». Мощность совместного казахстанско-китайского предприятия – 1 миллион тонн цемента в год. Завод производит тампонажный цемент для нефтегазовой и урановой промышленности. 98% сырья – песок, доломит, известь и щебень – местные. С выходом предприятия на полную мощность он будет в числе лидеров по производству цемента в странах Азии. Цемент качественный, не загрязняет экологию. Используем все новые технологии. В день производим до 3000 тонн цемента, а в год до 1 миллиона тонн. Все сырье местное. В основном выпускаем тампонажный цемент, который используют на нефтяных скважинах. До конца года планируем выпустить 500 тысяч тонн цемента. Все оборудование на предприятии оснащено передовой технологией. Завод полностью автоматизирован. Специалисты работают в 4 смены. Более 250 работников на заводе – сельская молодежь. Многие прошли обучение в Китае. Готовая продукция завода будет экспортироваться в Узбекистан и Кыргызстан. Уже в июле первая партия отправится в Ташкент. Алина Паражан, Еламан Жаматов, Ахан Алиев, Турихан Хожахметов, телеканал «Кызылорда».